Ох, ё. Теперь куда? Ау. Хорошо. Слушай, я спущусь по этому рельсу. Увидимся внизу. Удачи. Так, как я понимаю, это нам вон туда, куда я этим синим порталом стрельнул. Да. Хотя проход есть. Еще одну локацию прошли. Офигеть. У нас когда гели-то будут? Что-то я помню, тут будут гели какие-то, которые, короче, это сильно довольно так геймплей преобразуют. Идет исправление турелей. Не взаимодействуйте с турелями, направленными на исправление. Конвейер исправления турелей не аттракцион, покиньте конвейер. Если я с такой высоты упаду, то я, наверное, разобьюсь, скорее всего. Так что будем аккуратно спускаться. Надо. Тихо. Понятно. Так бы сразу и сказали. Образец. Так, где эта камера-то наша? Что-то он ничего не говорит. Образец. Скучно без него даже. А, отлично, у тебя получилось. Образец. Прекрасно. О, со мной, тебе понравится. Почти пришли. Вуаля! Контрольный центр турелей, спасибо большое. Видишь там сканер? Образец. Он выбирает, какие турели пропустить, а какие отбросить. Он использует ту главную турель в качестве образца. Образец. Если мы уберем главную турель, то он отбракует весь конвейер. Хорошо. Я вскрою дверь, чтобы мы могли пройти. Техническая процедура. Тебе Обойдет. Надо отвернуться. Отклик. Да, готово. Отклик. Отлично, достань эту турель. Отлично, должно сработать. Образец отсутствует. Продолжаю процесс по памяти. О, не сработало. Хорошо. Отклик. Давай подумаем, как остановить этот конвейер. Есть какие-нибудь идеи? Образец. Есть да идеи. Нет. Есть идеи. У меня тоже. Образец. Отклик. Ты еще думаешь или что произойдет? Отклик. Образец. Отклик. Тренер, мы тебе на поле. Ну, давай. Образец. Отклик. Так, план такой. Давай вместе. Образец. Думаем. Отклик. Полный тишина. Образец. Отклик. О, погоди, я понял. Образец. А, нет, не понял. Отклик. Образец. Отклик. О, у меня есть идея. Что если я притворюсь, что я тебя поймал, отдам ей, и она тебя убьет? А я смогу жить. Что ты об этом думаешь? Образец. Отклик. Эй, здорово. Ну, давай. Образец. Отклик. Не, ну единственное, что я могу сделать сейчас пока. А, может, стул. Кружка. Образец. Кружку можешь сюда засунуть. Дай мне еще один шанс.
Образец. Отклик. Образец. Турели нет. Может, система сохраняет какой-то запасной образ? Образец. Отклик. Мы будем на карте. Слушай, а если мы поставим что-нибудь другое, как образец? Что, например? Можно взять какую-нибудь сломанную турель, поставить ее в сканер и посмотрим, что будет. Ну да. Только где мы ее найдем? Вопрос. Образец. Отклик. Небольшой такой в тебе. М? Где мы ее найдем, а? С тобой. Да, найди какую-нибудь сломанную турель и тащи ее сюда. Отклик. Эй, здорово. Ну давай. Образец. Отклик. Образец. Отклик. Образец. Отклик. Так, турелька-то где? Образец. Отклик. Образец. Отклик. Блин, нет вот, чтобы со мной жить, поискать, а? Так, сюда меня не пускают. Значит, эта турелька где-то здесь должна быть. Правильно, я думаю? Правильно. Образец. Отклик. Образец. Отклик. Образец. Но я ее не вижу. Как бы в этом вся проблема. Образец. Да, найди какую-нибудь сломанную турель и тащи ее сюда. Где я ее тебя найду вообще? Отклик. Хотя... Да, найди какую-нибудь сломанную турель и тащи ее сюда. Там я могу где-нибудь портал Отклик. Разместить? Образец. Отклик. Нет. Образец. Отклик. Эх, нет. Образец. Отклик. Не получается ничего. Образец. Смотри-ка. Отклик. Образец. Отклик. Образец. Отклик. Да, найди какую-нибудь сломанную турель и тащи ее сюда. Образец. Отклик. Да, найди какую-нибудь сломанную Образец. Турель и тащи ее сюда. Да хватит уже, блин. Образец. Отклик. Образец. Отклик. Просто я понять не могу, где эту турель взять могу. Здесь. В том смысле, что вообще не могу понять. Образец. Отклик. Образец. Отклик. Образец. Просто вот здесь вот. У нас уже все, у нас уже начало локации. Образец. Отклик. А где я ее возьму, я вот вообще просто как-то не Образец. Понимаю особо. Отклик. Этого прикола. Образец. Отклик. Да, найди какую-нибудь сломанную Отклик. Турель и тащи ее сюда. Образец. Отклик. Эй, здорово, что ты делаешь? Образец. Отклик. А, дай мне еще один шанс. А, вон оно как. Отклик. Образец. Отклик. Образец. Отклик. Образец. Отклик. Да, найди какую-нибудь сломанную турель и тащи ее сюда. Образец.
Отклик. Образец. Отклик. Ну, это сказано, нечестно. Образец. Отклик. Образец. Отклик. Тренер, будьте на поле. О, это где? Слава богу, ты спрашиваешь, скоро приедет. А куда мы идем? Отлично, допер. Я ничего не вижу. Образец. Отклик. Здорово. Ну, давай. Образец. Отклик. Есть, все получилось. Да, ставь ее туда, посмотрим. Образец принят, отклик. Сработало! Если нам повезет, она не узнает, что ее турели бракованы, а потом будет поздно. Классик. Отклик. Окей, смотри за конвейером, а я пойду и хакну дверь. Образец. Привет. Отклик. Окей, я начинаю вскрывать. Это будет немного сложнее, чем казалось оттуда. Образец. Займет отклик. Минут 10. Поглядывай на дверь. Образец. Привет. Отклик. Сложная дверь попалась. Не только я. Хорошо, и долго эта дверь была открыта? А был какой-то сигнал, что дверь открыта? Ну, какое-нибудь гудение или звонок. Ну, в смысле, конечно, главное, что дверь теперь открыта, но на будущее подай какой-нибудь знак. Покашляй там или типа того. Хорошо, так. Она не может использовать турели. Теперь пошли разберемся с генератором нейротоксина. Приведи дочку на работу. Эта затея плохо кончилась. И... 40 картофельных батарей. Смешно просто. Я понимаю, это дети и все такое. Чисто научная демонстрация. Я почти уверен, что мы идем правильно. Просто хочу тебя подумать. Не волнуйся, гарантирую на все 100%, что это правильный путь. Ой, нет, неправильный. Хорошо, попробуем так. Так, еще одна локация пройдена, наверное, ну да. Конечно. Ха! Я знал, что мы правильно идем! Это генератор нейротоксина. Он немного больше, чем я думал. Его не получится просто, ну, опрокинуть. Придется применить смекалку. Там наверху какая-то комната управления. Пойдем посмотрим. Началось. Наша работа. Надо смеяться. Они чувствуют боль. Как симуляция. Для них она, наверное, как настоящая демонстрация. Боюсь, что дверь заперта. А, мы же не знаем, зачем эта кнопка! О, дверь открылась. Пойдем посмотрим. Хорошие новости. С этого оборудования я могу отключить систему нейротоксина, но она защищена паролем. А, сирена! Нет, не волнуйся, для меня это не проблема. Можешь отдохнуть, пока я работаю. Так, начнем. Самая сложная часть в любом сломе — сообразить, с чего начать. Что ж, приступим. Итак, что мы имеем? Компьютер. Неудивительно. Можно было ожидать. Отметим галочкой. Компьютер. Есть эта коробка. Наверное, внутри какая-то электроника. И монитор. Да, он наверняка важен. Буду за ним поглядывать. Вдруг что-то появится, типа пароль принят или вроде того. И вот эта плоская штука. Не знаю. Что делает пол? Знаешь что? Он все держит. Все держит. Кажется, пахнет нейротоксином. Погоди, уровень нейротоксина падает. Продолжай делать то, что делаешь. Стоп, здесь что-то не так. Уровень нейротоксина поднялся до 50%. Точнее, опустился. Хотел сказать, что он опустился. Все отлично, продолжай. Он все еще падает. Не останавливайся. Прикольно. Получилось! Уровень нейротоксина 0%! Да! Погоди! Внимание! Уровень нейротоксина достиг опасной несмертельной отметки. Да! Ой, чё-то мне это не нравится. Да! Труба сломана! Мы можем приехать прямо к ней!
могу больше держаться! Давай! Давай, пора идти! Скорее! Заходи! Интересно. Довольно. Так мы приедем прямо к ней. Даже не верится, что я это делаю. Видишь, я знал, что это будет весело. Мне говорили, что это совсем не весело. И я поверил. Как мне это нравится. Так нравится. Огромное место. Мы видим только верхний уровень. Оно идет вниз на километры. Все закрыто много лет назад. Мы скоро приедем. Не терпится увидеть выражение ее лица. Нейротоксина нет, турели нет. Она не поймет, как мы ее обставили. Так, подожди, подожди. Возможно, я недостаточно хорошо продумал следующий этап. Я еду не туда. Я это делаю. Иди к ней, я тебя найду. Так, теперь что за глава? Может быть, будет у нас. Это в смысле? Простите меня, конечно. Тут у вас дверь сломалась, по-моему, не? Ясно. И что тут делать? Давайте сейчас разбираться. Что тут делать? Потому что, если честно, понять не могу. А, вон. Да? Туда же нам. Что ты на это клюнешь. На самом деле я подготовила гораздо более изощренную ловушку дальше, после того, как ты пройдешь эту легкую. Если бы я знала, что ты так легко попадешься, то просто подвесила бы на потолке куриную ножку на веревочке. Ну что ж, приятно было поболтать. Перейдем к делу. Надеюсь, в этот раз ты принесла что-то посолиднее портальной пушки. Боюсь, иначе ты сразу станешь бывшим президентом клуба живых. Ага. Говоря серьезно, прощай. Ага. Это мой шаг. Это проблема. Только не это. Только не это. А вот и я. Нацеленный заряд. Это нехорошо. Ты без дела не сидела. Что ж, мы могли бы сидеть в комнате и глазеть друг на друга, пока кто-нибудь не упадет замертво. Но у меня есть идея получше. Твой старый друг, смертельный нейротоксин. Будь я тобой, я бы глубоко вдохнула и задержала дыхание. Ой! Привет! Я так тебя ненавижу. Опасность. Центральный модуль поврежден на 80%. Забавно. Я не чувствую себя поврежденной. На самом деле я чувствую себя прекрасно. Обнаружен альтернативный модуль. О, они обо мне говорят! Чтобы начать замену модуля, пожалуйста, поместите модуль в приемник. Прошу за это прощение. Надеюсь, такого больше не будет. Конечно, странно, что портал вылетает. Она такая не особо прям уж. Ага. Говоря серьезно, прощай. Давай. Это мой шаг. Это проблема.
сидела, не сидела. Что ж, мы могли бы сидеть в комнате и глазеть друг на друга, пока кто-нибудь не упадет замертво. Но у меня есть идея получше. Мой старый друг, смертельный нейротоксин. Будь я тобой, я бы глубоко вдохнула и задержала дыхание. Привет! Я так тебя ненавижу. Опасность. Центральный модуль поврежден на 80%. Забавно. Я не чувствую себя поврежденной. На самом деле я чувствую себя прекрасно. Обнаружен альтернативный модуль. О, они обо мне говорят! Чтобы начать замену модуля, пожалуйста, поместите модуль в приемник. Перенос модулей. Сменный модуль принят. Сменный модуль, вы готовы начать процедуру? Да. Неисправный модуль, вы готовы начать процедуру? Нет. О, да, она нет, готова. Нет. Безвыходная ситуация, процедура замены прервана. Да. Вытащи меня, вытащи меня! Уполномоченному сотруднику нажать кнопку выхода из безвыходной ситуации. Вытащи меня, вытащи меня! Не отключай, не отключай! Иди нажми ее! Не делай этого. Да-да, давай! Не трогай эту кнопку. Не так быстро. Подумай об этом. Только дипломированный научный сотрудник может нажать эту кнопку. Ёлки-палки. Ты не квалифицирован. Не слушай ее. Это правда, что у тебя нет достаточной квалификации. Но у тебя есть что-то более важное. Палец! Который можно нажать кнопку, чтобы нас не убило. Воображает себя дипломированным научным сотрудником. Я только что добавила этот список. Я вела список всех твоих поступков. Вернее, я веду такой список, потому что ты продолжаешь делать всякие вещи, хотя я говорю тебе... Безвыходная ситуация ликвидирована. Пожалуйста, вернитесь под всем замены модуля. Стой, а вдруг это больно? Вдруг это очень больно? Я об этом не подумал. Поверь, очень, очень больно. Ты так просто говоришь? Или действительно будет больно? Ты ведь просто так говоришь, да? Не, ведь действительно будет больно. А насколько больно было? Убери от меня руки. Нет, нет, хватит. Нет, нет, нет. Получилось! Я контролирую весь комплекс! О-хо-хо-хо-хо! Вы только посмотрите на это! Неплохо, да? Гигантский робот! Громадина! Я чертовски большущий, правда? Ах да, лифт наружу, сейчас вызову! Ну вот, лифт вызван! Только посмотри, какая ты маленькая! Я знал, что будет круто, когда я буду все контролировать! Но чтобы так круто! Слушай, теперь я обалденно умный! Esto usando este software de traducción de forma incorrecta. Por favor, consulta el manual. Я даже не знаю, что только что сказал, но захотел бы узнал. Ах да, лифт, извини, все время забываю. Это тело потрясающее, серьезно. Никак не могу забыть, какая ты маленькая. А я огромный. Знаешь, а зачем нам прямо сейчас уходить? Ты представляешь, как это приятно? У меня получилось! Крошка Уитли сделал это, Эммануал! Ты ничего не сделал. Она сделала всю работу. Действительно? Вы обе так думаете, правда? Ну, может, в этот раз я кое-что сделал. Что ты делаешь? Нет. Нет. Не думай, что я тебя не раскусил, подруга. Знаешь, кто ты? Эгоистка. Чтобы впустить нас сюда, я пожертвовал собой. А чем ты пожертвовала? Ничем. Совершенно ничем. Ты только командовала. И кто теперь главный? Я. Видишь? Это картофельная батарейка. Такая детская игрушка. И теперь она живет внутри. Извини. Что? Инженеры пытались заставить меня вести себя хорошо, притормозить меня. Однажды они даже установили модуль смягчения интеллекта. Он впился в мой мозг, как опухоль, создавая бесконечный поток страшных идей. Нет, я тебя не слушаю, я тебя не слушаю! Это был твой голос. Нет, нет, ты врешь, ты все врешь! Ты опухоль. Ты необычный дурак. Ты спроектированный дурак. Я не дурак! Да, дурак. Тот дурак, которого они создали, чтобы свести меня с ума. Ну,
теперь дурак, а смог бы дурак сбросить тебя в эту яму, а? Смог бы дурак сделать так? Что, у нас новая глава? Думаю, на этом будем завершать, если это так. Да, глава 6, падение. Ну что, как дела? Потому что я картофелина. Прекрасно. Мой генератор хлопков тоже тут. Давайте мы сейчас упадем, уже до конца. Куда не идем? Вернее, вообще-то мы двигаемся, и даже с пугающей быстротой. Ну, ничем сейчас не занят, и приведу парочку фактов. Он необычный дурак. Он продукт величайших умов целого поколения, старавшихся создать наиглупейшего дурака в мире. А ты поставила его управлять этим комплексом. Отлично, еще работает. Слушай, на случай, если эта яма все-таки не бездонная, может, ты отстегнешь одну из своих рессор и поместишь меня туда? Только приземляйся потом на одну ногу. Вау! Ну, думаю, теперь мы приземлились. Так что на этом всем спасибо. С вами был я, Артём. Подписывайтесь, ставьте большие пальцы вверх, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте, рассказывайте о канале друзьям. Ссылка на группу и на плейлист с данным прохождением будет в описании к этому видео. И всем на этом до свидания. Всем еще раз спасибо. Увидимся в следующих сериях по порталу, по всем остальным прохождениям. И всем на этом до свидания. Всем пока.